он же хороший, ребят. Ребят, всем здорово. Сегодня будет у меня свияга. Выбрался с ночевкой. Ну, буду выбираться. Сейчас в кулдом еще стою. Очень жарко. 28-29. Ну, такая температура под тридцаточку. Вот. Сейчас дальняя дорога. Долгие сборы. Время. С утра хорошо поспал. Время часов, наверное, 10:30. Ну, планирую доехать до вечера сегодня половить и завтра как бы. Завтра как получится, может до обеда, может до вечера опять. Там видно будет, как по рыбе, по поклевкам. Такие вот дела. Ладно, ребят, затягивать не буду. Смотрите, погнал я. Прибыл на точку, ребят, в такое вот живописное место. Кто-то тут костерок уже разводил. Сейчас будем лодку раскладывать. Я сегодня с лодкой. По лодке, ребят, ничего не изменилось прошлого года. 345-й Hunter. Тяжелая в одного, конечно, таскать, но просторная вдвоем даже, когда ходишь. Вообще нормально. И пятерка мотор HDX. Подмешь суягу, я считаю, за глаза. Да можно и на Волгу даже. Самое главное, вот что. Диклофос, но работает обалденно. Сейчас обработаемся от комариков. Минут 15, наверное, качаю. Сейчас вот, сейчас дно забью. И борт, и все. Завелся, ребят, в принципе. Все нормально. Сейчас мотор поработает. Поедем. Потихоньку, ребят, мотор еще не прогретый. Гнать не буду сейчас. Тут прям точка рядом. Вон тот, вон поворот, нам туда надо. Начнем, ребят, с Варуна. Оригинальный, в 436 цвете. 4 дюйма. У меня есть с собой более крупные приманки. Будем все пробовать за этот выезд. Ах ты! Был удар, ребята, очень хороший. Это был судак 100%. Может, не крупный, правда, потому что 4 дюйма стоит, он ее не схавал. Но это был он. Есть. Ах, отвалился. Это не крупный был судачок. У меня там слаг стоит. 4 дюйма для него. А Варуна многовато, подумал. Поставил слаг. Вот. Буквально со второй проводки долбанул. Ну, мелкий. Thank you.
подсел, ребят. Мелкий совсем. Повис. Ага. Берш. Это бершик. Первая рыба дня. Такой вот бершик на Техас заживал. Сейчас отпустим его. Был бы покрупнее, хотя бы грамм 300 я бы забрал. А это что-то вообще. Давай. Газуй. Судачок игрушечный. Все тот же релакс сработал. А вот там что-то долбит интересное, по-моему, жерех. Зацепился за корягу, пришлось его освободить. О, мелочевка, отпущу сейчас. Китайский изи шайнер сработал на 5 граммах. Опять в корягу. Такая вот вторая локация, ребят. Голимый коряжник. Просто после поклевки сразу в коряге. Вот. Ну, рыба не крупная, мелочь пока клюет. Ух, вот это всандалил. Ворона китайская стоит, мередит и в корягу. Бух. Ну что, ребят, утро второго дня, время 6 утра, нормальное, поспал, ну, жестковато было, конечно, у меня там пенка с собой была, миллиметров такая, ну, больше 10 миллиметров, 12 она, наверное, такая толщиной,
Вот, в Дастере, в принципе, если заднее сиденье откинуть, спинку, ну, получается спальное место. При моем росте, достаточно не низком, я 1,85 м, по диагонали вот так вот как раз я спокойно влазю. Но из минусов с пенкой жестковато. Все-таки нужен, я думаю, матрасик небольшой. Ну, буквально, не знаю, 30-40 миллиметров матрасик. Ну, такой, может, 80 шириной. По диагонали тоже его так положить, и будет вообще кайфово. Подушку я брал полноценную, ну, обычную подушку. Вот, достаточно, в принципе, неплохо поспал. В полике, конечно, такого у меня не получалось. Здесь более-менее. Что касается комаров. Комары меня не жрали совсем. Комаров тьма, на улице выходишь, просто вокруг рой, короче. Вот. Так что вот эти вот, раньше Гардексом пользовался, там другими репеллентами, все это игрушки. Нужен конкретный диклофос. Это вот, этот, как он, рифтамид, что ли? Ну, я там показывал уже видео. Вот. Только он, проверено годами, вот он помогает. Он пшикаешься, обмазываешься прям весь, и они не жрут вообще. Запах они такой, видимо, не переносят. По рыбе все печально. Но это Свияга, сложная река. Поклевок, в принципе, достаточно было. Я-то в обед вчера приехал. Но вся рыба мелкая, зачетной рыбы нет. Сколько я, 4-5 штук отпустил судачков. Бершек там одного, и все. То есть, ну, мелочь. Где рыба, непонятно. План какой действий? Будем... Я где-то сейчас в верхнем течении нахожусь. Вот. Воды много в этом году. Ну, сейчас вот именно. Весной это было мало. Пойдем куда-нибудь внизу. Прям совсем внизу. Бензин у меня почти полный бак. Вчера ходил мало. В принципе, бензин позволяет мне куда-нибудь смотаться. Бак 12-литровый. Моторчик пятерка. Жрет. Ну, двухтактный он, конечно, более прожорливый, чем четырехтактный. Ну, все равно. Есть возможность куда-нибудь смотаться. Такие вот, ребят, дела. Так что смотрите. Не рассказал по приманкам, ребят, на что я буду ловить. На что ловил вчера. В принципе, по крупной резине у меня вот. Ну, такие размеры. От 4 здесь. Ну, объемные 4 дюйма. Допустим, та же ворона. Вот такая вот. 4-дюймовая. И до 6 дюймов. 4,5 дюйма приманки. Гонял вчера. Пробовал. Вот на 4 дюйма поклевка была на ворону. На остальное все 3-3,5. Что тут у меня еще? Черви Гарри и Мамота есть. Такие вот. 4,5 дюйма. Есть 6 дюймов. Такие вот истории. Это Нарвал Slim Minnow, по-моему. Резинки Pro Baits 5 дюймов. Такие вот цвете арбуз. Ну, в общем, резины есть. И мелкая, и крупная. Фоксики 12 сантиметров. Вот. Но поклевки все были в основном на 3,5 дюйма. Вот. А ворона, меридит, клевал. Отрывал еще. Несколько приманок были вопросы. Много ли я отрываю? Но вот когда в лесу в таком ловишь, как я вчера ловил, там просто затопленный лес, там, наверное, штуки 3 я оторвал. Но это немного. Крючок прячу в тело приманки, в принципе. Вот. Ладно, ребят, сейчас начнем с утренней, вернее, вчера с обеденной точки, откуда начинали. Буквально пробьем пару забросов и поедем дальше. Куда-нибудь в верхнее, наоборот, в нижнее течение будем двигаться. Что вчера заметил, вся рыба клюет на входах в ямы. То есть дальше яму пробиваешь, нету. Именно на входе в яму, это, думаю, связано с тем, что тяги вчера не было, и на входе в яму все равно маломальски всегда дует слабое течение. А так вчера как в унитазе вообще. Вот, то есть тяги ноль было. Сейчас пока еще дует. Дальше под неизвестно, могут и тягу выключить. Так часто бывает. Ладно, ребят,
буду ловить. Тюкнул, даже не почувствовал. Мелочь какая-то. Первый же заброс, ребят. Такой вот судачишка, грамм 400. День повторяется, второй. Сейчас отпустим его. Оригинальная ворона сработала. Такой вот перламутр с зеленой спиной, салатовый. По точке именно перемещаюсь на веслах, чтобы рыбу не пугать. Так вот. Приехали в лес вчерашний, пару забросов и дальше. Подсел, ребят. Прям на падении. Вроде даже ничего. Нет. Даже упасть не дал. Вот это окунь. Ребят, какой окунь. Грамм 350, наверное, 400. Даже упасть приманки не дал. Съел. Время, ребята, обеда. Такая вот термосумка у меня с собой. Ну, я со вчерашнего дня уж как бы взял ее. Ну, в смысле, едой набил. Пиво так и не выпил. Банку брал с собой. Что-то вообще неохота. Тут сыр, нарезка. Что-то съел уже. Кефир, молоко брал. Хлеб. И леш брал с курицы. И слойку, короче. Сейчас покушаем, дальше продолжим. Ага, шнурсом. И флюрик мне обрезал. Ну, флюрик тонкий стоит. 0,35 у меня, 0,5 кончился. Ладно, будет с пирсингом теперь. Вот в таких шикарных местах под обрывами здесь рыбы вообще нету. Ну, либо она не клюет.
Непонятно. Четкая привязка к корягам и входы в яму. Ну и то мелочь. Раздул, ребят, волну. В верхах, в принципе, тоже нифига нет. Сейчас буду возвращаться. Там покидаю еще возле машины. Уже хороший, ребят. Или жаба. Да, щука. Сачка-то у меня нету, подсака. Прям за краешек сидит. Точно сегодня не уеду. Такая вот щучка. Где-то полторашка, может больше. Прям за край. А ворона мередит. Сработала. Ладно, сейчас освобожу. Взял, ребят, такую вот щучку в итоге. Не крупная, полторашка где-то. Вот. Хоть не пустой поеду домой. Сейчас буду рыбалку заканчивать, сильно после обеда время. Вот. Сутки. Вчера к обеду я приехал. Вы все видели сами. Незачетная мелочь. Отпускная. Хоть и поклевок было много достаточно. Вот. А крупная рыба просто не жрет, на мой взгляд. Жара оба дня 30-ка, даже за 30. Сегодня все руки он обгорели. Он полосатый теперь. Такие вот дела. Ладно, пойду собираться. Всем удачи. Пока.